При сигнале тревоги вы должны добраться до максимально защищенного помещения в рамках времени, имеющегося в вашем распоряжении. Если вы находитесь в здании, зайдите в безопасную комнату МАМАТ, безопасное помещение этажа МАМАК, бомбоубежище или защищенную внутреннюю комнату и закройте двери и окна. Если при сигнале тревоги вы находитесь вне здания, вам следует добраться до здания за время, имеющееся в вашем распоряжении. Если поблизости нет здания или вы находитесь на открытой местности, следует лечь на землю и защитить голову руками. Если вы находитесь в автомобиле, осторожно остановитесь на обочине, выйдите из машины и зайдите в ближайшее здание или укрытие. Если за время, имеющееся в вашем распоряжении, вы не можете добраться до здания или убежища, следует выйти из машины, отойти от нее подальше, лечь на землю и защитить голову руками. Если вы не можете выйти из машины, остановитесь на обочине, пригнитесь так, чтобы находиться ниже уровня окон, и защитите голову руками. При поездке в междугороднем автобусе водитель обязан остановить автобус и открыть двери. Пассажиры должны пригнуться ниже уровня окон и защитить голову руками. При поездке на автобусе в черте города выйдите из автобуса и зайдите в ближайшее здание или укрытие. Убежище можно покинуть только через 10 минут после сигнала тревоги, если не были предоставлены другие указания.